парке культуры Карачевского сельского поселения Козловского района состоялся первый открытый фестиваль-конкурс чувашских национальных блюд и напитков. Кадры представлены нашими коллегами из Чувашского государственного архива электронной и кинодокументации. Умельцы из 10 поселений Козловского района целый день на глазах у зрителей создавали кулинарные шедевры. В ход шли старинные рецепты и современные ноу-хау. Свежий хуплу, долгоиграющий шертан. От изобилия разбегались глаза и текли слюни даже у жюри. Особым спросом пользовался самый знаменитый чувашский суп шурбе. Всего участники фестиваля боролись за главные призы в 6 номинациях, среди которых и лучшее национальное мясное блюдо, и лучший национальный пирог. Нагуливать аппетит зрителям помогал фольклорный ансамбль «Энеш». Организаторы отметили, что итоги первого фестиваля конкурса удивили строгое жюри не только большим разнообразием и качеством представленных блюд, но и фантазией, с которой были оформлены шедевры национальной кухни.